Ух ты! Посмотрите туда! Он ранен! Что? У нас получилось! Осталось добраться до Чапмана. В его вертушке достаточно боеприпасов, чтобы добить монстра. Бесподобно. Знаешь, почему я предпочитаю его, а не М-16? Я отнял его у одного вьетконговца. Он сдался, когда мы спалили их деревню. Ему было 50, он сказал, что до этого дня оружия и в глаза не видел. Бывает, что враги появляются только тогда, когда их ищешь. А что, если враг ломится в твой дом? Автомат все равно мой! Что ж, удачи тебе, солдат. У нас 48 часов на то, чтобы добраться до северного побережья. Сливка, ты точно понимаешь, что делаешь? Да, у меня отец механик. Если я это не починю, он от меня отречется. Если увидит когда-нибудь. Постой-ка, постой-ка, Черчилль. Русские были нашими союзниками. А теперь говоришь, у нас война с ними? Это холодная война. Холодная? А летом они в отпуск уходят? А как там Чикаго Капс? Выиграли уже чемпионат? Чикаго Капс? Только если во сне. А когда-то могли? Это моя родная команда. А ты сам откуда? Детройт. А, ясно, Детройт. Тигры, значит. Они хоть раз в этом году выиграли? Не знаю. Они в жизнь, да. Капс все равно лучше тигров. А у кого талисман сильнее, у тигров или у Капс? У тигров, разумеется. Да. У Капс талисман медвежонок, а взрослый тигр сожрет медвежонка. Да. Пошевели мозгами. А еще мы отправили человека на Луну. Да ладно. И чего, там так его и бросили? А что он ест? Сок, консервы. Хватит болтать, скоро стемнеет. Главный борт, это Чапман, прием. Главный борт, это Чапман, прием. Дорогой Билли, иногда жизнь решает врезать тебе по яйцам.